проблема просто невероятная. Она пришла ко мне, рыдает, и говорит мне: «О боже, как я его люблю, как я его люблю. Я не могу, я умираю, я его люблю». Я повторяла еще 1000 раз: «Я люблю его, я люблю его, я люблю его, я люблю его». Я уже устала, если честно. Потом он говорит: «Мой любовник меня просит». Я говорю: «О боже, боже». Она говорит: «Он меня больше не хочет видеть». И что? Я падала к нему на колени, я хватала его за штанины, а он стоял как бревно и ничего не делал. «О, как же я его люблю, как же я его люблю». Это перевод следующего произведения, потому что она французская. Это современный композитор. Ее, кстати, вообще нельзя исполнять на платных концертах, а то с меня потом потребуют 5 рублей за каждый билет. Изабель Бульгер, Жетель. Любовный вокалист для обезумевшего от страсти сопрано. Je t'aime.
день, я на справке. Так что спасибо, до новых встреч. Увидимся, где кто на работе, кто на работе, кто на работе. Пока. Спасибо. Пожалуйста. Я пошутила. Я не пошутила. Я не пошутила. Ой, Надя, карты заполнились. О, нет. О, нет. Что-то все. Конец прямого эфира. Да. Аккуратненько, я не знаю. Хорошо, что ты пришла, выздоровела. А я вот больная с температурой. Я откосила от зачета. Ты откосила от зачета? Какая молодец. Ты намекнула на мое имя? Отвечу? Да, все классно, классно. Классно, классно. Конечно, я себя больше приятно. Да, будем стараться, спасибо вам. И вам.